еще одну видеозапись сделаем. Я не знаю, здесь, наверное, можно пройти, да? А, там отель. Слушайте, вот это вот, это отель. Я понимаю, что вам плохо видно, но вот здесь, значит, отель. Это дорога к нему. А, кстати, что-то написано. А, Зантис, наверное, написано. Или вот так надо читать. Непонятно, не разобрать. Там из камней выложено какие-то две строчки. Непонятно. Очень здорово. Так. Ну, вот эта вот вышка, я не знаю, что это, ну, какая-то метеорологическая вышка, что ли. Так, пойдемте, что ли, посмотрим, что здесь находится. Вот это точно метеостанция, а вот и камеры стоят. Так, что нам тут пишут-то? Ой. Так, все по-немецки, ничего не понятно. Ну, в любом случае, вот я помню, что высота 2502 метра. Смотрите, кто это? Это вороны. Или, не знаю, какие-то птицы интересные, пойдемте смотреть. Черные, да? Слушайте, ой, холодно как стало и мокро. Мы в облаке, в облако на нас нашло. Смотрите, смотрите, вы видите, да, птицы? Ой, ой, еще холодно. Облако, облако. Ладно, сейчас пойдем гулять дальше. В общем, вот так вот.